Привет, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру под названием Forage. Я помучился очень много, я поделал кое-что еще. Как вы видите, у меня 10 очков навыка есть. Я споймал редкую вторую рыбоскелетом. Откуда я взял рыбоскелетом? Короче, я сломал здесь, как вы видите, наши ловушки для рыбы. Поставил 3 сюда. Здесь у нас ловится рыбоскелет. И на всякий случай, я не знаю, будет ли работать, я еще сюда вот закинул. Или я еще сюда ничего не кидал, подожди. А куда я кидал? Я кидал вот сюда. Вот. В мертвый биом. Так, ладненько, давайте еще одну вещь скажу. Это насчет прокачки, а именно древа навыка. Оказывается, меня немножко наебывают. Ячейки, вот эти картиночки, да, разбросаны хер знает где. То есть, объясняю ситуацию. Чревоугодие, да, нам дает 20 больше энергии во время еды, так? Так. Смотрим сюда. Гурман. Позволяет поедать минералы и самоцветы, да? Да. Позволяет поедать минералы и самоцветы. Не верьте. Ну, я не знаю, может, у меня только такая версия, блядь, ёбнутая. Нельзя верить описанию, верьте только картиночкам. То есть, вот камень изображен, да, это и есть гурман, это и есть этот гурман чертов. Понимаете, в чем фигня? Нельзя верить сраным картиночкам. Поэтому, баллистика. Открывает баллисты, так, луки выстреливают по 3 стрелы за раз. Вот это не обман. Вот это вот не обман. Так, и сразу лазер. Жезлы горячие, так, носят двойной урон. Дроиды наносят удвоенный урон. Все. Теперь у меня, по идее, должно открыться возможность строить. Да, жезлы. В смысле? Мне нужна электроника. А где мне вот эти два минерала взять? ГГ, ладно. Так, давайте я тогда остальное все отдам в производство. Подожди, у всех постарей есть шанс создать двойную больше предметов, открывает фабрики. Так, нет. Новые припасы. Банк. У маяка удваивается радиус действия и жезлов горяника удваивается радиус жезлов. У баллисты удваивается радиус. Так, 5 есть. Выплавка. Ювелирное дело. Вот это, скорее всего, выстрел. Собирательство. Колдовство. Регенты. Кастрюля. Это, скорее всего, время роста вот этих фиговин. Давайте питательность повышу. Вот, вот это, кажется, убивает. Что там дает? Дает опыт за прием пищи. Либо вот это, либо это за убийство дают монетки. А за вот это вот, наоборот, дают вот это. Азартные игры. Вот, видите, допустим, торговли, да? У рынки у нас были уже куплены. А это игровой автомат, это вот. Так, это, короче, постройки, улучшенная постройка. Так, у нас еще 3, да? Ф
Физик открывает электростанцию. У нас есть электростанция. Давайте физику включаю. Я мог потом еще дохерища времени потратить, чтобы еще этот опыт заработать. Но я сколько его заработал? Ну, меньше 2 дней, на самом деле. Но все равно очень долго все это было. Так, ладно, что у нас вообще есть? Подождите, теперь нового здесь. Мне нужны теперь вот эти схемы. И здесь схемы нужны. Найс. Так, здесь у нас все куплено. Банки. Я не... Хотя давайте попробуем. Банк один создадим. Поскольку ты будешь мне монет собирать. Я понял. Так, если верить написанному, пару банков ускоряют. Или улучшают. Что мне нужно для этого? Кирпичи сейчас нас создадим. Сейчас мы с вами все сделаем по красоте. Стали, да, мне нужно много. Поехали. Сейчас мы банки создадим себе. Сейчас у нас все будет окей. Вот у нас банки херячить. Так, давайте немного еды пособираю. Так, у нас же еще 2 острова новых, да, открытых. Так, здесь первый у нас открытый. У нас здесь все застроено. Ладно. За убийство мне еще дают что-то. Так, ладно, давай к тебе мостик построим. Мостик, мостик, мостик. А ну-ка, сколько еда теперь? А ну-ка, рыбка. Да не увеличена. Сейчас мы какое-то место возьмем. Может, редисок все-таки поубивать? Меня зовут Прыгун. И я сделал эту игру. Мне интересно, как хорошо вы знаете Forage. Давайте устроим викторину, и если вы дадите хотя бы один правильный ответ, я дам вам сверхредкую награду. Начнем. Как на самом деле зовут принцессу бла-бла-бла? Catherine of Sky, бла-бла-бла, прыгун. Неправильно. Попробуем еще раз. Чему равна 2×8? 2×8. Ну, 48. О, нет, почти получилось. Ладно, следующий вопрос. Сколько врагов вы победили? Что? Это были враги? Поход пацифиста. Всех. Это точно неверный ответ. Не переживайте, ответьте на следующий. В чем смысл жизни? Правильные оба варианта А и Б. В игре Forage в сборе материалов. В сборе материалов в игре Forage.
И это серьезный ответ. Следующий вопрос. Как делают видеоигры? На входе кафе, на выходе код. Волшебство с помощью ботаники с подвале с кофемагией. Вы это не знали. Ну ладно, следующий вопрос. Как вы оцените Форейдж? Положительно. Ну, положительно. Думаю, положительно. Абсолютно неверно. Продолжим. Шоулд Каинт был по-настоящему новаторской игрой. Я не соглашаюсь с несогласием. Что это? Я даже не... Саувел Кинг. Нет, даже не близко. А Викторина дает вам из рук вон плохо. Какой правильный ответ на этот вопрос? Наверное, точно Б. Никакой. Ого, даже... Было так ошибаться. Вы не ответили правильно ни на один вопрос. На моей памяти вы почти худший игрок, второй с конца. Но не переживайте, я дам вам утешительный приз. Спасибо, что играете в Forage. Надеюсь, вам весело. Шут. Сфера. Сфера духа. Сколько ты стоишь на продажу? 615. Мгновенно повысить уровень, постоянное увеличение урона. Насколько оно увеличится? Ладно, пускай лучше ХП, потому что оно... Так, ладно, одно у нас есть место. Погнали дальше. Почему мне черепушки не падают? Так, а что мне там? Ага, сталь делается, да? Сейчас мы банки посоздаем. Так, редиски, надеюсь, вы готовы. А, точно, еще сейчас зайдем в одно место. Пока я не забыл. Что же вот везде захватило? Ах ты ж, ё-моё. Так, только туда еще пробраться нужно. Так, построить ферма не то. Как пипец тут ресурсов. Да, вот за еду подают. Короче, я понял, что здесь нужно в храме делать. Вот рисунок наверху. И он, короче, говорит, как мне нужно построить это все дело. Только я вот не знаю, вот это должно быть потухшее или нет. Ну, в суть, середина. Скорее всего, должно быть вот это зажжено. Ладно, разберемся, да? Надеюсь. Сказать честно, я забыл изображение. Как оно там должно быть? Здесь пустота. Не, а вот это, походу, должно быть забито. Или нет, я не врубаюсь, чё-то. Чё-то я не врубаюсь.
Так, ну я понимаю, что вот здесь должно быть. Как-то так. Как-то так. Потом сюда. Только вот как я, вот как раз с вот этой вот, я думаю, заполню так, чтобы... Так, это должно гореть, это не должно гореть. Или может наоборот, тут должно загореться? Давайте попробуем. О. Так. Это отсюда тихо вон. Тихо, сила, сила, сила. Ладно, рыбку похоронь. Так, здесь наверх. Плик, пли. Пли-пли. Так, поехали. Ага. Как-то так. Три. Ну, пойти, да. Пойди, если меня память не обманывает, то так. Разве нет? Ой, ё-моё. Здесь без одной. Вот так возможно поставить? Ладно, одна будет, то две сразу. Это сложно. Только две должно гореть. Ой, ёлки-палки, как же это все сложно. Так, сделать так. Одну вниз. Одна в бок. Сюда. И сюда, да, две? Три. Окей. Попробуем. Так, сначала две.
Так, ладно, три. Сюда. Так, я застрял. Сюда. Сюда. Ну вот изображение. Так ведь? Две сюда, две вниз. Одна сюда. И подождите. Да не, все правильно. Странно. Что-то я не врубаюсь туда. Я тогда не знаю. Типа я все правильно сделал. Хотя... Да не, все правильно. Я сделал вот в виде пирамидки вот этот. Да? А, начиная с первой, блядь. Ладно, тебя глупый. Мне никто не сказал, что начинать с первой. Алло, хлопцы, в чем дело? Что за постава? Так, раз, готово. Готово. Мне даже не понадобились все. Сундучки, сундучки. Большой сундучок. Древний астроном. Решите загадку. Печать древней галактики получена. Сфера духа получена. Найс. Да. Чё-то сглупил я. Так, использовать больше хпшки. Теперь что мы делаем? Так, дерево выросло. Перчик. Так, у нас новый биом там появился. Если что, банк у меня есть. Так, баночка. Ой, чтоб они меня только не сожрали. Ух ты, мать. Что-то хотя бы за херовина. Рог демона. А
сейчас его грохну. Что это? Пепельник. Так, сколько? Ну, давай их 5 штук соберем. Теперь пепельник пособираем. Вода здесь. Ресурс какой тяжелый. И не так уж и много. Так, собираем все. Ладно, еще возьму одну. Интересно, что здесь будет. Это большие куски руды. Просто громяные. О, это как раз то, что мне нужно. Они с черных, да, выкапываются? Нет, не с черных. Получается только из больших. Ну, слабая кирка. Очень слабая кирочка. Она очень медленная. Просто жопа. Сюда на самом деле можно идти поставить рутовые вот эти херни, которые мы купили. Скоро левелап плюс еще будет. Дроиды, во, что мне еще нужно? Бомбы. Хочу дроидов. Мне нужно стекло. Для этого пластина нужна. Бутылка масла. Масло? Слушайте, а я могу из, в принципе, сталь сделать. Но я не смогу эти... кристаллы. Привет, я инженер. Сразу ясно, что у меня... Так, я умен и люблю красоваться. Ведь я рассказал вам о себе. Хотя бы это вы не спрашивали. А вообще, раз уже я лучше вас, прошу, принесите материал ко мне на фабрику. Ни хрена себе. Ни хрена себе, ты требуешь какие материалы. Так, а что у меня хотя бы по камням? Ты жесткое требуешь. Мне только на один хватит. Да, это жестко. Так, давай. Фигарь. Так, поехали. Нужно... Блин, может все-таки да, здесь построить. Ну, не знаю, стоит их убивать, не стоит. Жалко их будет. Но мы здесь, в принципе, с вами построим себе этот денежную фабрику. Как вариант. Ну, ладно, поехали. Блин, я не знаю, стоит их убивать. Ладно, извини. Блин, знаете, вот мы сейчас его убили, да?
диска в другом инвентаре. Сори. Чудовище, уничтожьте все гигантские свекла. Да. Я монстр. Это так. Так, здесь, короче, мы будем сейчас строить. Строить, строить, строить банки. Строй банк, строй банк, строй банк. Много банка. Что-то не видно, да, что оно ускоряется. Он быстрее или оно одинаково вращается? В принципе, я могу потом так банки оставить. А что у меня закончилось по материалам? Ни кирпичей нету. Да и золота уже тоже нету. Так, подожди. А банк у меня... Что-то не прокачано, да? Хотя у меня все здесь прокачано, бля. Хотя, может быть, хранилище. Его. Ладно, давайте продам что-то ненужное. Сгоняем. Уходит он, смотри, какой умный. Так, я средний кошелек могу создать. Бабочек я не знаю, где взять. Давайте я кожу, наверное, создам. А, оно только одна будет создавать. Ладно, средний кошелек. Обычный амулет. 25% больше ресурсов. Неплохо. А ну-ка, давай, давай. Неплохо, неплохо. Так, и я, по идее, еще могу купить новые острова. И там что-то классненькое. Средний кошелек. Готов. Так, погнали, наверное, сюда. Амулетик. Обычный амулет. Больше ресурсов. Так, построить. Скорее всего, вот этот мне факел нужен. Я тогда... А, хотя... Да нет. Может быть, мне нужно лук. И с помощью лука поджечь. Ну, я не помню, где тут... Можно где-то лук создать. Лук, лук, лук. Копала, войд,
кровати. О, плюс новый левел. Так, подождите, а где еще я купил земли? Внизу, ну там какой-то огромный данж. Данж. Так. Оборудование. Подожди, пока я не прокачал. У меня все открыто здесь. Не, у меня одного не хватает. Хотя у меня хранилище уже есть. Я не уверен, я просто не уверен. Сделки. Это, скорее всего, прочность. Так, даже торговля открывает рынок. Это в темноте. А, мне нужно луки на самом деле прокачать. Если я хочу получить то, что мне нужно. Так, и осталось понять, где оно находится. Вот короткий лук. Так, здесь. Давайте. Ладно, так продам. Так, продаем. Девять стоит. Нихера себе. Нихера себе на самом деле. Давайте пока еще тогда землю какую-то куплю. Ну вот. Рядышком. Нифига тут земля. Так, я луки получил. Короткий лук. Что там еще можно? Кирпичи, да мне нужны. Стрелы. Ну, стрелы можно крафтить. А, мне топаз нужен. Хм. Мне бы черепа где-то найти. В принципе, я знаю, где их найти. Под них нужно подкопать. Так, делаем таким образом. Построить. Па-па-па-па-па-па-пам. Построить. Один. Только один. О, это награда из этого. Hollow Knight. Так, две сферы. Юс. Давайте, наверное, здоровье буду увеличивать. Юс. Не знаю для чего. Пускай будет. Где большие скелеты? Больше, да, ресурсов падает, или мне кажется? Фиг его, да? О,
О, торговец. 2000. 6000. Ё-моё. Ну да, здесь можно банки делать. Пускай они тут размножаются. Но там много все равно золота нужно. Ну смотрите, в принципе, за весь заход, да, до сюда у меня уже 2к есть. Что я еще могу купить? Туда мы потом пойдем. Давайте сюда. О, алтарь на копание. Ой, мне эти постройки сломало. Мои ягодки сломались. Так, давайте тогда здесь построим их. Так, построить мостик. Что ты даешь? Обилие горняка удваивает бонус опыта за работу. За раз можно... И как ты это блеет? Ну такое. Слушайте, у меня, в принципе, есть идея, как нафармиться. По деньгам даже я знаю, как нафармиться. Я просто стану АФК, и пускай они накапливаются. А если брать... Ой-ой-ой. А если брать мне, допустим, level up... То есть одна мысля. Но это тоже не будет долго. Но это не будет долго. Копала. Так, копала, ты еще продаешься тут? Увы, нет. Копала больше тут, увы, не продается. Так, давай тогда кирпичи, да, буду с... Мне золото нужно. И железо бы не помешало. Так, кирпичей нужно создать. Ну, давайте, я думаю, тогда мы закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.